Китае люди по-прежнему продолжают заболевать новой инфекцией. За сутки там выявили 12 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 22 пациента. Летальных исходов не зарегистрировано. В Поднебесную продолжают летать и российские авиакомпании. Они перевозят различные грузы, в том числе и гуманитарные. Специально для нашей телекомпании командир воздушного судна Алексей Зайцев записал на видео рассказ о том, как сейчас в новых условиях работает он и его коллеги-летчики. И снял видео, на котором видно, какой контроль проходит самолеты по прибытии в Китай. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я веду свой мини-репортаж из китайского города Наньчанг, куда мы прилетели со своим экипажем. В наше непростое время, во время коронавируса, наверное, я один из тех немногих и наша компания, которым повезло, и мы работаем в это время, не покладая рук, что говорится, и возим грузы по всему миру, в том числе и в Китай, и из Китая, и по разным странам нашей планеты. Сегодня, прилетев сюда, в Китай, мы готовимся выполнить отсюда рейс. Какой груз буду, точно пока не знаю. Скоро нам подскажут. Возможно, даже гуманитарные маски, средства спецзащиты. И сейчас будем готовиться к перелету в другой город. Наш полет сегодня пролегает через часть Китая, Монголию, Красноярский край, Новосибирский. В том числе будем пролетать и над Самарой, где-то в районе северной части. Работа сложная, тяжелая, особенно в Китае, но наша компания обеспечила нас всеми возможными средствами защиты, в том числе специальными универсальными масками, блокаторами вируса, специальными средствами для защиты.